В Брестских областных соревнованиях по легкой атлетике среди юношей и девушек за все годы существования приняло участие не одно поколение спортсменов и тренеров. Соревнования по легкой атлетике 2023 года не стали исключением. Участие в них приняло порядка 350 спортсменов из города Бреста и Брестской области. Это традиционные соревнования наши, которые проходят в Бресте. Это такой отбор на республиканские соревнования. Те дети, которые выступят хорошо, покажут хороший, достойный результат, поедут на республиканские соревнования за команду. Дети делают, показывают лучшие результаты, сильнее результаты. В этом году мы включили метание. У нас еще также проходит соревнование на стадионе Брестском, копье будет. И на грибном канале будет молот и диск. Легкая атлетика в Брестском регионе среди самых популярных видов спорта. Недаром костяк национальной сборной всегда состоит из легкоатлетов Брещины. А потому у молодежи при выборе того или иного вида спорта предпочтение отдается легкой атлетике. Популяризация этого вида спорта, привлечение молодежи как можно больше. У нас же большая сейчас конкуренция, у нас много игровых видов спорта, платных услуг. И как бы и дети все больше и больше хотят что-то показывать, занимать места, ездить на сборы. Я уже в этом спорте около, наверное, года два. И к нам подготовка шла достаточно долгая, потому что мы это занимались, наверное, до месяца до этих соревнований. Мы много бегали. В основном мы бегали длинные дистанции, там как 300-200, вот столько вот. Соперники были очень сильные, и поэтому я ощущала очень большую конкуренцию. Первый день соревнований выдался по-настоящему зрелищным. На площадке царила атмосфера, наполненная духом соперничества. Участники продемонстрировали быстроту. Ловкость и желание победить. Безусловно, победить сильнейший, тот, кто долго и упорно трудился, тот, кто не жалел себя на тренировках, тот, кто смог. Я решила принять участие в этих соревнованиях, потому что у меня хорошо получается, я стремлюсь к новым результатам, ну и добиваться новых целей. Сложно, ну даже на 100% бывает. Ну, бывают и неудачи, конечно, но были и победы. Моя подготовка перед соревнованиями идет, ну, сильно так, упорно. Мы занимаемся. Перед соревнованиями времени стало уходить больше. Конкуренция достаточно сильная. Надеюсь, попаду в финал. Условия для проведения турнира в Бресте созданы самые благоприятные. С него уже выросли призеры и чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Продлятся соревнования 2 дня.